Для того, чтобы начать проектирование внешних инженерных сетей, нам необходимо переместить нашу проектную поверхность при помощи быстрых ссылок в наш чертеж. Зайдите в область инструментов, выберите проектную поверхность в разделе быстрых ссылок на данные, щелкните правой кнопкой и выберите команду «Создать ссылку». Выбираем стиль горизонтали 0,1-0,5 метров проектные, нажимаем ОК. И вот наша проектность вертикальной планировки готова.